Павлюкова, ассистент-стажер, руководитель профессор Александр Владимирович Чайковский. Поэтические миниатюры для арфы и виолончели, текст Дарьи Славниковой. Исполняют Наталья Яхонт, арфа, Максим Золотаренко, виолончель. Твой золотом расшит камзол, и волосы горят огнем. Твои глаза лукаво зеленеют, манжеты рукавов белеют. Твой облик пред очей моих мерцающе трепещет и витает. Ты вновь со мной, и вместе мы в пути, и звук шагов по снегу наших совпадает. Только снег, метущийся в лицо о белом времени, шутя напоминает. Но ты в глазах моих, переливаясь цветом, мелькаешь, и я вижу цвет весны, и день становится как будто чуть дождливым, и от чего-то песня мчится вдоль полей, и сумрак сладкий отливает медом, жужжание диких желтых пчел навеет, может, сон. Но я не знаю сна, ведь в твоем понимании день наоборот и вечер – это утро. И мы с тобой пойдем гулять по сумрачным часам. Thank you.
По небу рассеяны звонкие звезды, и в тиши морской они отражены. Все те же в окрестностях ночи бессонные, темень и мрак своих прав лишены. Я слышу шаги по излунной дороге и вижу в туманности блеск каблуков. И в пляс будто сами бросаются ноги, лишаясь своих повседневных оков. Взлетим же! Ты смело протянешь мне руку и вновь поведешь за собой в эту высь. От зимних преград оградившись, взлетим в град весенний полетом ночным. В пути заостренное листвы и дыхание. Молва морская едва притихла пред тобою в обожании. Ты — цветок волшебных чар и волшебной сказки дар. Вслед за тобой проснется солнце и утро сказочного дня. Мой милый друг, но уходя, возьми опять с собой меня. Thank you.
скандинавский концерт в приложении для виолончели, фортепиано и арфы. На сцене Наталья Яхонт, арфа. Максим Золотаренко, виолончель. Дина Дидякина, фортепиано.